мне вообще пофиг. Никак западные санкции не отразились на вас, да? Нет. Ну, может быть, чего-то не хватает, каких-то там товаров, что лично раньше пользовались? Нет, все хватает. Какие-то, может быть, торговые точки закрылись, где раньше посещали? А я эти хреновые точки и не посещала, они мне не нужны. Какое влияние западных санкций вы на себя ощутили? Проблема выезда за границей, также проблема приезда родственников из границы в гости. Также ввели санкции на автомобили и повысили цены на продукты. Повысились цены на продукты. На айфоны повысились цены. Не купишь айфона себе, блин. И я не съездил к бабушке в Италию. Все очень печально. Я человек-пенсионер, и мне как-то это все по барабану. Может, цены где-то подорожали, каких-то товаров не хватает? Ну, продукты, наверное, подорожали. В целом, все осталось, как и было. Да, особо такой разницы. Какое влияние западных санкций вы на себе ощутили? Ну, по факту, особо-то никаких, но есть, конечно, некоторые изменения. Это повышение цен на продукты. Да и, в принципе, все. Ну, вот границы закрылись, медикаментов не хватает у нас. Операции не все сейчас делают так, как не хватает из-за рубежа лекарств. Никак не отразилось, потому что мы нормально, русский народ не победить, потому что, блин, мы живем нормально, и я ни на себе, ни на ком-то другом не заметил это влияние. Я хотел путешествовать, но сейчас это невозможно, и я понимаю, что в дальнейшем будет тоже невозможно, года еще так 3 точно. Также продукты очень сильно подорожали, в частности, овощи, фрукты, ну и продукты первой необходимости. И идет увеличение цены на аренду любого жилья. Вы на себе лично ощутили влияние западных санкций? Нет, не ощутила. Ага, нигде, ни в каких аспектах, нигде? Нет, по-моему. Продукты нигде, может быть, где-то продукты подорожали? Продукты какие я пользуюсь? Наши, отечественные, так что все нормально. На вас как-то лично отразились влияние западных санкций? Честно скажу, да, потому что я преподаю английский язык и закупаю учебники иностранной литературы. В данный момент я не могу купить иностранную эти учебники иностранной литературы, потому что у нас перекрыты, как говорится, с ними связи международные. На вас как западные санкции отразились? Нет, не отразились никак. Только вот цены поднялись, жизнь стала дороже. Так, в принципе, ощутимо.